Ну, во-первых, как мы уже сказали, руководство таможни, через которую прошел, так, сквознячком прошел этот контрабандный огромный груз, было уже заменено, равно как и руководство департамента таможни, так что прежняя власть, в общем-то, уже к этим людям не имеет никакого отношения. Во-вторых, за все те годы наиболее крупный скандал с контрабандной сигарет был связан с депутатом от ОМОНЕ Василий Колца, который, напомню, пытался проскочить с грузом, прикрываясь депутатским мандатом. Другие столь же резонансные случаи припомнить довольно сложно, и это при всем, при том, что отношения между прежним руководством страны и Бухарестом были, мягко говоря, крайне натянутыми, и большетонные автомобили наверняка досматривались по ту сторону границы с особой пристрастностью, ну хотя бы, чтобы потом раскрутить из этого политический скандал. Однако случаев, подобных нашему, в предыдущие годы попросту не наблюдалось. В конце концов, глава таможенного департамента так и сохранил свой пост, и никто его не тронул. При том, при всем, что предыдущий руководитель таможенного департамента Верел Мельник был отстранен от занимаемой должности и заменен Тудором Балицким с официальной формулировкой «за недостатки в работе». А вот тут недостатков у нас нет, раз миллионный контрабандный груз просвистывает через молдавскую таможню даже без досмотра. Если все эти факты складываются в какую-то единую логическую цепочку, в какую-то канву, то и кто тогда рогатый скот? Я имею в виду, безусловно, теленка золотого, роман «Золотой теленок», а вернее одного из героев этого романа, такого незадачливого сына лейтенанта Шмидта, который попался, разбогатев, добравшись до высот своей мечты, попался на краже мелочи в троллейбусе. Скажите, Шура, пожалуйста, только честно, сколько вам нужно денег для счастья? 100 рублей. Нет, Шура, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья, ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. За полного счастья? Да. 6400. Украл! Украли! Держите же его, держите же его! Смотрите, это я уборцов! Ридикюль украл! А ведь там профсоюзный билет! Я ведь член профсоюза! Он же лишил меня! Вы понимаете? Не выпускайте его! Держите его крепко! Введите его в милицию! Не выпускайте! И у тебя! Я не нарочно! Ведь я машинально! Что тут добавить? Привычка — вторая натура. Мы увидимся в следующую субботу. Всего доброго!